Барабаш Игорь. О, привет. Откуда ты? Добрый день. Я пасу. Пасу и... Мы ремонтируем огородчик. Убирает. Сколько осталось у тебя? Гектаров 5. Помоги, Господи. Ты только говори, когда кончишь. Мы сразу будем благодарственны. Молебен славь Бога. Мы так молились, чтобы тебя убрал. У Жени не знаешь как? Нет, не знаю. Мы о нем тоже молимся. Он помогает. Ну все. Пошли. Ну говорят, 2 раза меньше урожай в этом году. У него? Сейчас вести Алтай. Нет, не у него. Васильцов. Мамонтовский фермер. И говорит, 2 раза меньше. По сравнению с прошлым годом. Ну как мотоцикл, ты Ямаха? Да, хорош. Претензий нету? Нету, все нормально. Так, а это, ты по земле-то решайте еще, Лена говорит, там прислали, когда? Ну давайте, надо собраться. Ну вон уедет хозяин-то, спроси, останови. Он по Дикапри вам везет. Ну давай, сейчас мы расспросим. Надо все вместе собраться и уточнить. Капли-то отдали? Что за секунду отдал? Ну, говори. По земле-то надо нам собраться. Как-то. Ну, соберетесь. Когда? Суббота, воскресенье. Что значит соберетесь? А вы? Думаю, мы без субботы тогда, пока вы здесь. Без вас как-то не решать. Нет, когда мне? Я сегодня уезжаю ночью. Ну, сегодня, значит, соберемся. Да ну, перестань. Сегодня что? Ну, батюшка, ну потом будет удовольствие. Какое? Сегодня? Боец? Мое никакого нет удовольствия. Вы одно только что. Прежняя территория. Так, пошли. Там хорошо. Кто ее видел, эту прежнюю территорию? Касса-то где-то есть. Да где-то, где-то нет. Мы пошли место готовить для новых поселенцев, кто в Потеряевку приедет. Ну, батюшка, ну так нельзя. Там это, ты что-то говорил. Клещей ищет. Иногда больше 10 сразу находили. А сейчас как будто нет, он не ходил никуда. И замолк, рот разинул. Чистопородная шапка. Дворняжка. Ну все. Мальчика поехал по своим делам. Ну так, подожди.